журналист Игорь Вознесенский. Один из тех, кто 20 лет назад вместе с Дэвидом Гамбургом создавал проект «Криминальная Россия». Но сегодня пришло время рассказать о том, что осталось за кадром, и на многие уголовные тайны взглянуть по-новому. Казань – один из самых известных городов нашей страны. Крупнейший промышленный центр. Но именно здесь не так давно был разоблачен настоящий мафиозный спрут, не уступающий по могуществу легендарной Коза Ностре. Кто стоял за серией дерзких преступлений? И почему его называли крестным отцом местной мафии? 2014 год. Республика Татарстан. Катилель, привет. Этот улыбчивый мужчина – киллер. Алексей Снежинский по прозвищу Снежок. Профессиональный убийца, за решеткой уже 9 лет. Потому что каждый понесет смерть там, где он должен понести. Это Фарида Шакирова. Однажды ее жизнь превратилась в кошмар. Почему она плачет уже много лет? Все 13 лет мы страдали. 13 лет ждали. На 14-м году только... Еще одна безутешная мать. Что стало с ее сыном? До конца я думала, что он жив. Пока я сама его не увидела. За что воевали дети этих женщин? Почему простые ребята превратились в мафиози? И кто хотел стать криминальным королем всей России? В 90-х годах Казань потрясла череда громких преступлений. Заказные убийства, взрывы в кафе и ресторанах, таинственные похищения. Они следовали одно за другим. В то время столица Татарстана напоминала настоящую зону боевых действий. Когда мы выезжали в Казань в прошлый раз, далеко не все бандиты понесли суровое наказание. И только теперь я могу рассказать, что на самом деле происходило в те годы. Шел 73-й год. Это было время, когда люди дружно строили коммунизм и ходили на демонстрации. Мальчик с нетерпением ждал маму. В тот день в их семье был почти праздник. Женщина ушла на работу в новом пальто. Настоящее событие для небогатых советских людей. По этому поводу мама обещала принести сладости. Леденцов на палочке. Наконец, входная дверь открылась. Мама стояла на пороге. Заплаканная. Пальто было все в грязи и безнадежно испорчено. Оказалось, местный торгаш на «Жигулях» только что окатил ее мутной водой из лужи. И нагло рассмеялся в лицо. Мальчик в бессильной злобе сжал кулаки и сказал: «Не плачь, мама. Когда вырасту, я куплю тебе пальто еще лучше. А этот гад, он еще пожалеет». В ту же ночь кто-то из рогатки разбил все стекла у ненавистной машины. Пройдут годы, и огромный город на Волге содрогнется. Тот, кто когда-то был беззащитным ребенком, начнет устанавливать свою власть огнем и мечом. И его назовут крестным отцом. '94 год. Республика Татарстан. Город Казань. В кафе «Мозаика» было многолюдно. На мужчину в черной кожанке никто и внимания не обратил. Он подошел к барной стойке, открыл меню. А затем резко выхватил из-за пазухи пистолеты и начал стрелять. Стрелок целился в шумную компанию. В заполненном пороховым дымом помещении раздались женские крики. Из протокола осмотра места происшествия. Группой быстрого реагирования обнаружено 5 убитых. Возраст погибших от 17 до 24 лет. По оперативной информации, все они активные участники казанской группировки «Низы». Совсем ведь молодые ребята. Однако у троих уже был солидный криминальный стаж.
А еще через несколько часов в подъезде пятиэтажного дома раздался мощный взрыв. Крыльцо разворотило, повыбивало все стекла. Погиб невинный юноша, студент. Следователи выяснили, вместе с ним в подъезд заходил Ислам Галимзянов по кличке Исламей. Скорее всего, умереть должен был именно он. Казань – родина одноименного феномена. Первые молодежные группировки здесь появились еще в 70-х. Одна из самых знаменитых – «Теплоконтроль», или, как ее чаще называли, «Тяп-ляп». В 78-м тяпляповцы устроили погром. Толпа озверевших подростков, словно бушующая лавина, пронеслась по одной из улиц. Они били всех подряд, поджигали автомобили, громили магазины. Результат этого рейда – десятки раненых и двое убитых. Тогда, в 70-х, многих членов группировки арестовали. Некоторых расстреляли по приговору суда. Но остались и другие банды. Детство будущего отца казанской мафии ничем не отличалось от сверстников. В последнее время Хайдар даже полюбил ходить в школу. Но вовсе не за пятерками. Одноклассница с такими красивыми косичками не давала ему покоя. Он носил ей портфель, провожал до дома. А однажды расхрабрился и купил на обеденные деньги букетик гвоздик. Но робкие ухаживания закончились катастрофой. Девочка объявила: «Ты мне надоел, не нужны мне твои подарки», и бросила хрупкие цветы в снег. Вечером мальчик плакал в подушку. В голове пульсировала одна мысль: «Я должен стать самым сильным, и тогда я всем отомщу, а эти девчонки сами начнут за мной бегать». Совсем скоро Хайдар стал лидером двора. А к началу 90-х город был поделен на зоны влияния. За появление на чужой территории могли жестоко избить, покалечить или даже убить. Если ты, например, не будешь в группировке, там начинают там, с кого-то деньги начинают, там, то есть кого-то обижать, а так вроде бы в толпе себя сильнее чувствуют. Вот туда и тянутся. Назывались группировки незатейливо, по районам, в которых проживали ее бойцы. Рядом с заводом по производству кинопленки «Тасма» появилась кинопленка. «Адельку» основали те, кто жил на улице писателя Аделя Кутуя. Перваки в микрорайоне «Первые горки». Каждый назывался по-разному, было всего 7 дворов. Значит, помню, был «Овражный двор». Почему «Овражный»? Потому что был овраг рядом. «Московский двор». Почему «Московский»? Потому что был магазин от райпо Московского района. Ренат Каримов. В 2000-е годы следователь по особо важным делам прокуратуры Республики Татарстан. Хайдар Закиров уже состоял в банде. Постепенно он завоевывал у сверстников авторитет. Но денег у будущего крестного отца еще не было. Оплошность, совершенную в тот день, он помнил до конца жизни. Любимая мама тяжело заболела. Послала в аптеку за дорогим лекарством, а он его не купил. Потому что где-то выронил скрученную трехрублевку. Всю ночь мама мучилась от невыносимой боли. А ее хайдарик сгорал от стыда. Ведь накануне он сдал 2 рубля в общак. Жилка держала район жилплощадка. Хайдар Закиров с детства стремился стать лидером. Тогда же решил делать криминальную карьеру. Я так думаю, это мое мнение, что давно-давно уже все придумал для себя. Что уже надо собирать молодежь, как и том будет мозг, а молодежь будут руки. Возглавив жилку, Хайдар стал подчинять своей власти одну районную банду за другой. Круговая порука и все прочие. Все, то есть, все те элементы, которые присущи бандитским формированиям, они уже были, присутствовали. Фарид Загидуллин, заместитель прокурора Республики Татарстан. В этот момент Хайдар Закиров давно забыл о детских мечтах. Золотом петушке на палочке, конфетах. Все круто переменилось. Его уже не устраивала новейшая модель «Жигулей». Хотелось иномарок. Самых крутых. Но теперь деньги не могли помочь его маме. Было слишком поздно. Она умирала. И даже самые современные и дорогие препараты лишь на время облегчали боль. Хайдар понял.
он не уберег самое святое. Сокрушительная ярость обрушилась на толстосумов. Тех, кто не хотел раскошеливаться, избивали, сжигали им офисы. А если бизнесмен продолжал упорствовать, его просто убивали. Крестный отец казанской мафии заставил раскошелиться и руководителей госпредприятий. Так бандитскую дань исправно платил директор завода «Казаньоргсинтез». Ну, всех там под себя подминает. Такой человек был, как я знаю, властный человек был, жесткий человек был, дисциплинированный человек был. Вот она, жилплощадка. Всего 3 улицы. Тем не менее, очень скоро жилка смогла подмять под себя половину Казани. И обложили дани предприятия республики Мариэл, городов Пермь, Уфа, Кемерово, Севастополь, Санкт-Петербург. Даже в Москве бандиты контролировали 1/4 города. Общак группировки постоянно пополнялся. Жертвами вымогателя становились первые бизнесмены. На рассвете сил по тем временам, начало 90-х годов, то есть середине 90-х годов, общая общак группировка доходила до $1 млн. Осенью 94-го Хайдер захотел подчинить себе всю Казань. В родном городе только он должен быть крестным отцом и править единолично. Хайдер заявил: «Нам нужно сплотиться и создать единый общак. Я готов его контролировать». Но авторитет узкий спросил: «А почему именно ты, Хайдер, должен все контролировать?» Воровская сходка расколола преступный мир Казани. Бандитские лидеры поняли: по-хорошему договориться не получится. Победит тот, кто выживет в этой жестокой войне. Хайдера поддержали его давние союзники. Группировки «Кинопленка», «Караваева», «Сухая река», «Воровского» и еще 14. На стороне Узкого выступили около 10 банд. В том числе «Чайники», «Севастопольские», «Грязь», «Низы», «Адмиралтейская слобода». Дважды крестный отец не повторял. Среди подчиненных он пользовался беспрекословным авторитетом. Все, что он говорит, это все правильно. Если даже он говорит неправильно, такого быть не может. Потому что действительно как на икону не смотрел. Каждое слово выловил. Я думаю: о, какой он умный, какой он там единственный повторил. Да. Юг Москвы. Гостиница «Севастополь». Она стала цитаделью группировки, которую возглавлял криминальный авторитет Ленар Речапов по прозвищу «Узкий». Именно от гостиницы и пошло название его группировки. Узкий купил весь этот комплекс, а сам с семьей и приближенными обосновался на 10 и 11 этажах. Отсюда же севастопольские руководили боевыми действиями против жилки. Гостиница «Севастополь» превратилась в неприступный бастион. Но Узкий по-прежнему дрожал от страха. В свой бронированный автомобиль он садился исключительно в подземном гараже. Его сопровождала целая армия охранников. Жене Речапов запретил выходить на улицу без предупреждения. А детей перестал отправлять в школу. Нанял частных учителей. Но деньги Узкий продолжал успешно зарабатывать. В купленной гостинице он устроил казино и стриптиз-клуб. Заведение, так полюбившееся братве 90-х. Рулетка, покер, красивые девушки, дорогое шампанское. Бандиты просто обожали просаживать здесь кучу денег. В игровых залах мелькали бритые затылки, массивные перстни. Золотые цепи. Маленькая, просто огромная. Как тогда говорили, цепуха. Именно такими украшениями, подобно вождям африканских племен, крестный отец жилки награждал соратников за убийство. Вообще, в середине 90-х нашего доморощенного гангстера было видно издалека. Яркий малиновый пиджак, кашемировое пальто до пят, ну и, конечно, навороченная тачка. Разговаривали, точнее, базарили братки на весьма специфическом жаргоне. Это была откровенная смесь мата и искаженных блатных понятий.
При этом криминальная мода требовала совершать причудливые движения руками. Гнуть пальцы. Сами же пальцы украшали перстни. Куда ж без них? Жаль, что все эти атрибуты шикарной жизни не спасали от пуль конкурентов. После каждого преступления следователи заводили уголовное дело. Но раскрыть его было невозможно. А вот такой-то является киллерами. Работа на тут в ГУПРОВ. То есть там такая ситуация была. Мы все уже ездили давно-давно на Мерседесах. Наша славная милиция ездит все еще на бобиках, правильно? Не хватало основного – доказательств. Очевидцы преступлений боялись быть свидетелями. Потерпевшие, если им удавалось выжить, заявлений не писали. А всю эту информацию приходится добывать. Потом, значит, их следственными действиями закреплять, сформировать материалы уголовного дела. Все эти процедуры надо соблюдать. Это огромный труд. А в некоторых районах татарской столицы оперативники вообще не контролировали ситуацию. Запуганные люди требовали от властей Татарстана прекратить бесконечную череду взрывов и заказных убийств. И тогда в республике был издан специальный указ. Он позволял на 30 суток задерживать всех подозреваемых в бандитизме. Буквально за первую неделю его действия в изоляторы временного содержания попали десятки человек. Опасаясь арестов, лидеры Жилки и Севастопольских покинули Казань. Хайдер обосновался в Санкт-Петербурге. Узкий окончательно перебрался в московскую гостиницу «Севастополь», где практически забаррикадировался на 10 и 11 этажах. Именно оттуда в самый разгар войны пришло неожиданное известие. Узкий, обладавший железным здоровьем, вдруг скончался. Существует версия. Горничная, подкупленная людьми Хайдера, добавила в бокал несколько кристаллов какого-то вещества. Что это было за вещество, неизвестно до сих пор. При странных обстоятельствах погиб, умер. То есть то ли это было сердечный приступ, то ли это было отравление. Вот его место занял туда, так называемый дракон. Радик Юсупов по кличке Дракон. Именно он встал во главе севастопольских после загадочной смерти Узкого. Но пойдет ли он на поводу у Хайдера? Или беспощадная война продолжится? В Казани начались расстрелы на улицах, в ресторанах. Взрывы в подъездах. Милиция находит утопленников со следами жестоких пыток. Люди гибнут десятками. Выясняется, в городе идет война двух непримиримых группировок – Жилки и Севастопольских. Мафиози стремятся уничтожить друг друга. В разгар вооруженного противостояния главаря Севастопольских находят мертвым. По одной из версий, его отравили. Прекратится ли бандитская война? И какое решение примет новый лидер севастопольских – Дракон? Крестный отец заявил, война будет идти до тех пор, пока Казань не признает его власть. Вот они, главари непримиримых банд на уникальных кадрах оперативной съемки. Хайдера проверяют в северной столице. Машина есть своя? Нет. Доверенность? Нет, не вожу машину. В Петербурге. Чем занимается? Проживал в последнее время? По адресу. Ну, я в основном по гостиницам. Хайдар Закиров неохотно отвечает на вопросы питерских оперативников. В отличие от своего заклятого врага. Тот все время шутит. Отлично, мы за чайником. Чайником, чайник маленький. Московская область. Город Малаховка. Первая дачная, дом 2. Правда, не знаю, где это находится, но ничего, там просто. Малаховка. Дом. Дом. Первая улица, первая дачная, дом 2. Проживаете где? Гостиница Севастополь. Где еще могу проживать-то? После проверки документов Хайдара Закирова и Радика Юсупова отпускают.
Формальных оснований для их ареста по-прежнему не было. Пересчитывая уголовное дело, я все больше убеждаюсь в том, что война между Севастопольскими и Жилкой могла закончиться еще тогда, в 95-м. Бандитский трон под Хайдером неожиданно зашатался. А все потому, что на свободу вышел крупный криминальный авторитет Михайлов по кличке Амбал. Он собирался прекратить кровавый конфликт. У Амбала были свои примитивные мотивы. Он много лет отсидел в тюрьме. Все эти годы он мечтал о сексе с легко доступными красавицами. Вторая мечта – ванная, наполненная дорогим шампанским. Неудивительно, что война в эти планы не входила. Хайдер размышлял недолго. Приказ был коротким – Амбала ликвидировать. Его убили из-за опасений Хайдера. То есть вот мог конкуренцию власти составить. Раз мог, значит, убить. Михаил Сингатуллин. В 2000-е годы старший оперуполномоченный управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Татарстан. Киллеры встретили Михайлова у подъезда. Каждый разрядил в авторитета по пистолетной обойме. Погиб случайный прохожий. Но Амбал каким-то чудом остался в живых. Михайлова доставили в больницу. Палату с преступным боссом берут под охрану. Но потом она исчезает. Почему, так до сих пор и неизвестно. Охрана палаты была снята. Потом долго разбирались, почему это произошло. Но один отдел валил вину на другой отдел, тот отдел валил вину на другой отдел. Вот уникальные оперативные кадры. Вы видите, у палаты дежурит милиционер с автоматом. Но через минуту его уже нет. А затем появляются двое и расстреливают Михайлова в упор. В разгар боевых действий севастопольские собрались в гостиничном номере. Нам нужно быть на шаг впереди. Но как? Нужно похитить кого-то из жилковских и пытать. До тех пор, пока не станет известно, где скрывается этот претендент на казанское ханство. Через неделю в руки севастопольских попала ценная информация. Адрес тайной квартиры, где скрывался ближайший соратник Хайдера Артур Якупов по кличке Акула. Захват был подготовлен как настоящая спецоперация. Киллеры надели милицейскую форму, бронежилеты, спецснаряжение. Многоквартирный дом. В подъезде как минимум 100 жильцов. Как сделать так, чтобы соседи не вызвали настоящую милицию? Бандиты пошли на хитрость. Перед началом штурма один из убийц прошел с первого этажа до последнего и позвонил в каждую дверь. Показал фальшивое удостоверение сотрудника МВД и предупредил. Скоро начнется захват криминального авторитета. Из квартир никому не выходить. А затем бандиты начали выбивать металлическую дверь в квартиру Акулы. Но это был лишь отвлекающий маневр. Несколько других участников спускались с крыши на тросах, фактически как спецназ МВД. И через балкон проникли в квартиру. Там у них завязалась перестрелка. Якупов мог сохранять хладнокровие даже в таких ситуациях. Одного из штурмовиков застрелил наповал, другого серьезно ранил. Нападавшим пришлось отступить. В панике один из них выронил во дворе револьвер. Вскоре оружие нашел маленький мальчик и случайно выстрелил себе в голову. Обе группировки ставили погибшим товарищам огромные гранитные памятники. На Казанском кладбище появилась целая аллея черных монументов. Но родственники погибших часто отказывались от помощи. Вот, например, простая жительница Казани Ильсияр Глюмова. Когда она узнала, кто виноват в смерти ее сына, сама едва не решилась на убийство. Я его взрывчатку, что ли, взять? Ну, как кислоту, что ли, серную? На них хотела бросать. Ну, у меня слабый характер. У женщины не укладывается в голове, как ее сын, которому не было еще и 20, стал членом банды. Если убьет, или я говорю, тюрьму сажать будет. Или что, мама, не бойся, ничего со мной не случится. Бог есть. Бог, что мне это народу написано, то увижу.
Схожая судьба и у Фариды Шакировой. Много лет она надеялась. Ее пропавший без вести сын когда-нибудь вернется. Он тоже был бойцом Жилки. Узнал я только сейчас. Все 13 лет мы вот страдали. 13 лет ждали. На 14-м году только выяснилось, что я уже здесь. А его самого нашли? Нет, до сих пор нет. Всунули. Но он знает, помнит, куда он закапывал. Куда-то тело до сих пор нет. Надо было заметать следы. Следствие так и не установило, откуда у севастопольских появился питерский адрес Хайдера. Проспект Энгельса, дом 128. В тот день все было как обычно. Большая часть охраны проводила Хайдера до подъезда. В лифт вместе с лидером зашли только 4 человека. Никто не знал, что управление лифтом взломано, и теперь кабина контролируется дистанционно. Охранник нажал кнопку 5-го этажа, но лифт поехал на последний, туда, где была засада. Как только двери лифта распахнулись, по пассажирам открыли шквальный огонь из автоматов. Позже эксперты установят, нападавшие выпустили 120 пуль. Казалось, после такой бойни выжить невозможно. Но едва убийцы скрылись, произошло невероятное. Груда тел зашевелилась. Тяжело раненый Хайдер выполз на лестничную площадку. Оказалось, телохранители закрыли крестного отца своими телами. И тогда бандиты обстреляли больничную палату, куда доставили Хайдера, из гранатомета. Убийцы не знали. Палата пуста. Буквально за 5 минут до обстрела крестного отца перевели в другое отделение. Как только лидер Жилки встретился с бригадирами, он прошептал: «Убить всех севастопольских». К дому на улице Волгоградской немедленно выехали киллеры. Дракон гулял под охраной в парке. Раздались выстрелы. Бандиты открыли огонь, даже несмотря на то, что рядом был 8-летний ребенок. Подбежали, начали в него стрелять. Он ребенка оттолкнул в кусты, сам получил несколько нестальных ранений. Из оперативного сообщения. Гражданин Радик Юсупов доставлен в больницу Московского района Казани. У него зафиксировано 10 огнестрельных ранений. Повреждены печень, правое легкое, все остальные пули попали в ноги. Именно после этого покушения Юсупов хромает. Он получил огнестрельные ранения, множественные, но чудом выжил. Остался инвалидом, но тем не менее выжил. И когда он уже поправился, околемался, он уехал в Москву. После покушения Юсупов стал еще осторожнее. Усилил охрану и почти перестал выходить из гостиницы «Севастополь». Все комнаты, по которым он передвигался, были в полумраке. Окна плотно зашторены. Не дай бог снайпер. Когда дракону приносили обед, каждое блюдо предварительно пробовал его подручный. И еще бы! Дракон очень хорошо запомнил конец своего предшественника Узкого. В Казани идет кровопролитная война между мафиозными кланами Жилкой и Севастопольским. Их лидеры Хайдер и Дракон стремятся уничтожить друг друга. Погибают десятки человек. Но кто победит в жестоком противостоянии? И когда в дело вмешается милиция? 96-й год. Город Санкт-Петербург. После неудачного покушения Дракон приказал любой ценой устранить Хайдера. Лидер Жилки едва успел выписаться из больницы, как кто-то назвал конкурентом новый адрес крестного отца. По одной из версий, сделали это сотрудники милиции. Такой-то живет там-то, по такому-то адресу, ездит сейчас на такой-то машине. Все.
То есть милиция воспользовалась этой войной? Как ну да. Интересах? Ну как в своих интересах? Не в своих интересах, в интересах общества. По большому счету. В этот раз убийство стали готовить еще более тщательно. Было спланировано, у них было, я как уже говорил, было новейшее вооружение. Стрелок с винтовкой, с оптическим прицелом залег на чердаке дома, где хорошо простреливается и просматривается пространство. Вот здесь было совершено последнее нападение на Хайдера. Снайпер засел вот на том чердаке. Еще трое автоматчиков заняли позиции по периметру. Они все точно рассчитали. Под перекрестным огнем оказать эффективное сопротивление было невозможно. Хайдер выходит из подъезда и вместе с охраной садится в машину. Едва автомобиль трогается, звучит первый выстрел. Это сработал снайпер. Водитель погибает мгновенно. Пуля попадает в голову. Затем автоматчики бросают дымовые шашки. Сначала охранники Хайдера пытаются отстреливаться. Но в дыму невозможно разобраться, с какой стороны их атакуют. А еще через несколько секунд они прошиты автоматными очередями. Крестный отец еще дышал. Но это была почти клиническая смерть. Сознание затухало. В голове проносилась вся недолгая жизнь. Бандитские войны, бешеные деньги, красивые женщины, первая кровь и первая любовь. И вот он снова маленький мальчик. Рядом мама, которая давно умерла. Она подводит его за руку к заснеженному холмику и говорит: «Вот, сыночек, здесь я лежу. И теперь мы будем вместе. Навсегда. Твоя война закончена». Когда дым рассеялся, убийцы подошли к машине Хайдера. Последовал контрольный выстрел. Крестный отец был мертв. Мечтавший подчинить себе всю Россию, Хайдер стал очередной жертвой войны, которую сам же и развязал. На похороны Хайдера пришли сотни человек. Сотрудники милиции снимали прощальную церемонию от начала и до конца. Еще бы. Редкая возможность увидеть Жилку в полном составе. Ее бойцов легко узнать. Многие сидят на корточках. Устойчивая привычка побывавших на зоне. Другие прячут глаза под темными очками. Бандиты провожают Хайдера в последний путь. На его могиле звучат призывы к страшной мести. После Хайдера остались вот эти куски пирога. Вот между собой начали делить. Кто из них пахан, кто из них главный. Жилку попытался возглавить Ислам Галимзянов по кличке Исламей. Но другой претендент на бандитский трон, Юрий Марухин, уже отправил к Исламею киллера. Как раз Алексею Снежинскому поступил приказ на устранение Исламея. Он его выполнил безупречно. Произвел первый выстрел куда? В голову, да? Показывай, показывай смело. Как было, так? Я выстрел. Глубже уже, да, через стекло руку просунул. Марухин, едва взобравшись на бандитский престол, тут же заключил мир с драконом. Война, наконец, закончилась. Но еще в течение 2 лет Снежок приводит в действие смертные приговоры. Подождите. Остановитесь. Дальше. Где были первые выстрелы произведены? Он стоял внизу. Внизу? Да. Первый 2 выстрела были дальше? Эти показания Снежинский дает в черной маске. В тот момент его жизнь не стоит и гроша. Грандиозное противостояние 2 банд шло 3 года. И у этой войны есть печальные итоги. Человек погибло с обеих сторон. 150 человек получили огнестрельные ранения. Еще около 30 считаются пропавшими без вести. По фактам последних расстрелов уже много оперативной информации. Но Юрий Марухин не собирается прятать Снежка. Проще его ликвидировать. Мне человек говорит, тебя говорит, хотят убить, ты говорит, никому не нужен, тебя говорит, уже на ноги множить хотят. И тогда оперативники сделали Снежку предложение дать официальные показания.
или получить пулю в лоб от своих же. Алексей понимает, выбора у него нет. Была создана большая следственно-оперативная группа. Туда входили около 20 следователей, около 40-45 оперативных сотрудников. Была создана такая мощная следственно-оперативная группа, и был дан бой. После показаний Снежинского начинаются аресты. Посмотрите на тома уголовного дела. Их больше 100. Общий срок для участников жилки – 275 лет лишения свободы. Юрия Марухина приговорили к пожизненному заключению. А Снежок, штатный киллер банды, на счету которого 8 трупов, за активную помощь следствию получил всего 17 лет. Снежинский рассказывает, за годы заключения он стал набожным. Так там, крестик себе купил православный, начал что-то там искать, ну, душа, видать, начала Бога искать. Бывший киллер утверждает, о Боге задумался еще на свободе, прячась на конспиративной квартире. Проснулся и чувствую, провалит прямо сквозь пол. Земли коснулся, такая земля холодная. До сих пор не могут забыть страшную бандитскую войну и родственники погибших. Ильсияр Глюмова и сейчас регулярно ходит на кладбище, оплакивает сына. Туда я иду, прямо я не могу. У меня и с сердцем, и... Не могу, плохо чувствую я. И когда вот иду, даже... Страх выписывается. И то у меня это... Не могу, плачу. 2010 год. Республика Татарстан. Город Казань. Казалось бы, суд состоялся. Участники жестокой войны из 90-х оказались либо на кладбище, либо за решеткой. Но во время подготовки этого выпуска в редакции раздался звонок из Татарстана. Известный адвокат посоветовал аккуратно отнестись к фактам. Ведь программу будут смотреть влиятельные люди. Вероятно, некоторые легальные бизнесмены с бандитским прошлым очень хотят, чтобы эту историю забыли как можно скорее. И все считали, что в ней давно поставлена точка.